Этот турнир, завершающий зимний футбольный сезон, проходит в Сочи ежегодно. Сборные команды Золотого кольца, Урала, Приволжья, Москвы и Московской области, Северо-Запада, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов начали борьбу за звание лучших с 25 ноября. Здесь, на полях Центра подготовки национальных сборных по футболу «Спутник Спорт», многие из футболистов смогут сделать хороший старт в свое спортивное будущее. Турнир на самом деле очень значимый и для Российского футбольного союза, и для футбола в целом. Это, в общем-то, можно сказать, элита российского футбола, это будущее российского футбола. 10 команд субъектов Российской Федерации и межрегиональных объединений собрались сейчас в Сочи. Футболистам по 17 лет, и через 2 года они будут представлять свои профессиональные клубы. Этот турнир – хороший шанс войти в состав лиг. Ведь за игрой наблюдают тренеры основной и юношеской национальных команд. 10-летний опыт игрока команды Московской области Александра Осипова, например, уже привлек внимание специалистов. Этот турнир, значит, для меня шанс подписать профессиональный контракт с командой. Вот практически последний шанс. Либо второй лиги, либо молодежной команды премьер-лиги. Именно поэтому все игроки в ходе матча стараются максимально проявить себя. Активность на поле тому подтверждение. Сегодня второй турнирный день начался со встреч команд Дальний Восток и Приволжье, а также футболистов из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Первыми счет открыли представители Северо-Запада. Но буквально через несколько минут ответный мяч в их ворота прилетел от игроков Западная Сибирь. Вчера мы играли с командой Приволжья, организованной на базе Академии футбола Тольятти. 4-2 выиграли. Тоже игра складывалась нелегко, то есть по ходу встречи проигрывали, но сумели переломить ход встречи и в итоге добиться победы итоговой вчерашней игре. Ну а сегодняшняя встреча так и завершилась со счетом 1-1. Победу в другом матче вырвала команда Приволжья. Финальные футбольные баталии состоятся 5 ноября. Тогда же состоится награждение 3 сильнейших региональных сборных. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.